Приветствую вас. Я думаю, что для начала нужно сделать анализ ваших отношений, чтобы понять, собственно, вот этот вот этот момент, связанный с тем, почему вы расстались со своей девушкой, что послужило этому причиной. И как вам дальше в этом, как вам дальше себя лучше вести. Потому что, что значит расстались по ее инициативе, да, то есть понятно, что она захотела расстаться, но зачем она захотела расстаться, почему она захотела расстаться, вот это на самом деле не очень ясно. И, на мой взгляд, ну, нужно все-таки лучше в этом направлении поработать, чтобы понять, в каком контексте ваши отношения развивались и что привело к расставанию конкретно. Вот. Может быть, какие-то ситуации, которые служат следствием психологических проблем, либо это просто ваша несовместимость. Вот. Это первое. Что касается поведения девушки, то оно характеризует собой действие человека, отчаянно пытающегося привлечь ваше внимание к себе. То есть девушка пытается привлечь внимание к вам, ну, то есть ваше внимание к себе, точнее. Вот. И все ее действия, судя по всему, направлены на то, чтобы вот, после расставания, чтобы вы завоевывали, добивались и так далее. И когда этого не произошло, она просто-напросто скинула вам вот это сообщение, чтобы вы поняли, что она вас ждала. Это такая классическая женская стратегия. Вот. Ну, то есть, вот то, что она делала, это для нее это означает бегать за мужиками. Вот. Вы этого не распознали, она обиделась и все. Она обиделась на то, что вы не поняли ее посыла при расставании, что ее нужно вернуть, что ей нужно что-то доказывать. Да, это детское немножко поведение, да, это немножко нелогичное поведение, но требует от женщины логики поведения, мне кажется, и не стоит. Вот. Поэтому такая вот история, такой вот момент. Это то, что я могу вам сказать. Нет, это было абсолютно не случайно. Вот. Абсолютно ни в коем случае это было не случайно. Наоборот, мне кажется, что это было это часть плана. Вот, ну, знаете, такой манипуляции. Вот, манипулятивная такая достаточно история. Вот, к сожалению. К сожалению, большому, вот, ну, тут все опять же зависит от вашего отношения, собственно, к самой девушке. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.